Второй заплыв. Сзади. Да, ну, в общем, солнышко стало похуже, но, наверное, все-таки задним оно нагрело эту воду. Опять влезать туда ползком, потому что камни очень скользкие. А здесь уже глубина. Ну ладно. В случае море или Ладога не холоднее, чем Черное море в начале мая или в конце апреля. Так, теперь моя задача выбраться. Не, не могу. Море не согрел своим теплом. И вылезать море не нормально. У меня не такая подкожная прослойка. Это только тюлени, моржи. Ага, и киты. И киты. Типа тебя. Ладно. Все. Хорошо. Очень здорово на Ладоге. Сюда можно приезжать летом и купаться. Все, пока.